Обычные люди, если с ними случается неудача, скажут: «Я потерпел фиаско». А вот молодые предприниматели называют это полным факапом. Ситуацию, которая случилась с бизнесом многих людей в период пандемии и после нее, иначе не назовешь. Опытные московские эксперты помогают молодым бизнесменам разобрать причины провалов, чтобы не допустить их снова. Они должны ответить на вопрос: «Я больше никогда не…» И что я не буду делать в каждой из шести сфер. Здесь у нас сферы развития бизнеса, безопасность бизнеса, но еще есть маркетинг, финансы и навыки предпринимателя. Участники площадки выделили несколько причин факапов. Это стремление вести дела в одиночку, работа без договоров и продажи только офлайн. Люди не развивали никак свои аккаунты в соцсетях, и то есть, отсюда и не было ни рекламы, ни клиентов онлайн. Теперь время исправлять ошибки. Эксперты заявляют, что в бизнесе после пандемии все по-другому. Планировать вперед за несколько лет не актуально. В моду входит цифровизация, франчайзинг или франшиза. А вот как пользоваться новыми инструментами, рассказывают на тренингах. Мы то, что говорим, сразу разбираем. То есть это не теоретическая часть, когда ребята приняли информацию и ушли сами как-то ее потом реализовывать. А именно здесь сейчас, в моменте, мы дорабатываем. Под моим кураторством, под моим присмотром мы сразу это внедряем. Я контролирую, смотрю, корректирую где-то какие-то вещи. И они уже выходят с конкретными наработками. Впечатление от АТР очень положительное, как бы свежий воздух. Вообще очень здорово сделали то, что как бы, такое обучение проходит на свежем воздухе, в горах. То есть здесь как бы я отдохнул вечером. Там шел, получилось, потом опять отдохнул и так по новой. Занятия длятся с самого утра и до 8 часов вечера. Но в перерывах молодежь находит время, чтобы развлекаться, знакомиться и находить единомышленников. И кто знает, может, среди тех, кто приехал сюда, есть будущие основатели крупных корпораций. Анна Рашагирова, Николай Шилко. День с толком.